Сразу более 20 обысков провели сегодня в Тернопольском городском и областном советах. Операцию осуществили столичные оперативники. Тернопольских чиновников подозревают в организации преступной схемы по завладению земельными участками. По данным полиции, чиновники горсовета бесплатно передавали недострои в собственность частным фирмам. Делали это под предлогом заключения инвестиционных договоров. А вот мэр Тернополя, для которого обыски оказались полной неожиданностью, считает, что действия столичных полицейских имеют политическую подоплеку и связал происходящее с торговой блокадой в зоне АТО. Вважаю, что это еще не шляк политического переслідування, потому что подобные действия бывают в Івано-Франківську, за міським головою Франківська. Деякі, связанные с тем самым разгоном блокады.